Я Сонюшкин Данил Александрович, родился 13 ноября 1999 года в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменская область. С самого приезда в Донецкую область я попадал в подразделения, которые всячески пытаются привлекать к штурму. Причем из личного состава, который был сформирован в России для других абсолютно назначений, то есть танковые полки, артиллерийские, они все переводятся под мясо и отправляются в различные тарбаты, штурмовые бригады и батальоны. Я был веселым в марте, и за отказ от штурма мы собирались выходить из позиций. И мы вовремя передумали, но мы, оказывается, знали, что нас ждали наши же пулеметчики из 6-го тарбата. То есть, если бы мы вышли бы с позиции, они бы просто два пулемета нас бы разобрали бы. Но мы не вышли. Попав в первый батальон 1-й славянской бригады, я от местных военнослужащих, которые уже более-менее давно здесь находятся, я услышал то, что мы здесь не первые, что до нас были такие же самые команды из мобилизованных ополченцев, которые приезжали, минимум подготовки проходилось, никакого хорошего отношения от командира не давалось, их держали так же, как и нас, дома, не выпускали ни под какими предлогами, ни в магазин, никуда, забирали документы, телефоны, и в любой момент ночью могли поднять и просто отправить на штурм. Также, в принципе, и у нас было, нас готовили. Я слышал случаи, что буквально в прошлом месяце отказники, тоже из Сибири, они сходили на штурм, понесли очень большие потери и уже, получается, не могли проводить нормально штурм, и им сказали идти обратно туда. За что они пошли в отказ, их поселили в отдельный домик, и что с ними? С ними не было никакой связи, их потом куда-то увезли в неизвестном направлении, связи с ними никакой нет. У нас также недавно был штурм, такой же бесполезный, были потери. Потом нас перевели в оборону. Я хочу обратиться ко всем Российской Федерации, призвать вас ни в коем случае именно из мужского населения не ехать сюда, ни под какими предлогами, не вестись на большую зарплату, льготы. Эти деньги не стоят вашей жизни, не стоят того, чтобы вы, будучи, имея хорошую работу в России, здесь вы стали простым мясом, что, по сути дела, и будет. Любите своих близких, будьте с ними рядом, ни в коем случае не езжайте сюда. Это не наша война, и нам здесь делать нечего.